князька Шкульов. Виктор Михайлович. Виктор Михайлович. Это ваши земляки, и кому как не им нести на эту землю это странное, великое и прекрасное искусство кино. Вам слово. Знаете, дорогие друзья, спасибо. Огромное спасибо за то, что вы здесь появились. Третий кинофестиваль, это много или мало? Наверное, мы начинающие. Вот. Читинский, Забайкальский фестиваль, это... Я волнуюсь настолько, что не могу представить. Даже мы сегодня как и волнуюсь. Ребята, даже без слова. Много лет каждый из нас близкий по духу, мне вообще вот Виктор Михайлович Шкулев, много лет мы думали что-то сделать для своей малой родины. Потому что человек, забывая свою малую родину, свои корни, я думаю, теряет самое основное в своей жизни. А тот, кто помнит это, помнит, ради чего живет на этой земле, помнит, в частности, свою родину, и я. Есть такое народное еще выражение. Там, где зарыта твоя пуповина, там и есть твоя действительно родина. Здесь кости и прах наших предков. И помните это, я думаю, самое дорогое, что может быть в жизни. И поэтому что-то сделать, что-то дорогое для себя сделать на этой земле, многострадальной земле, я думаю, ради этого стоит жить. Стоит жить. Спасибо, что вы пришли. Спасибо. Дорогие земляки, я согласен с Дмитрием Певцовым, нас ждут 4, я думаю, незабываемых дня. Поскольку, помимо всего прочего, у нас очень интересная программа. Я считаю, что как никогда интересная программа, несмотря на то, что мы действительно молодые, что наш фестиваль молодой, но в этом году... Так сложились звезды, что почти все, что было задумано организаторами, получилось. И мне бы хотелось сказать огромное спасибо всем тем, кто взялся за эту работу, кто ее сделал. И в итоге мы сегодня открываем Забайкальский кинофестиваль. Спасибо всем. И мне бы хотелось пожелать каждому из нас хорошего кино, чтобы мы здесь нашли все свой фильм и получили огромное удовольствие. Спасибо. Спасибо. Можете пока отдохнуть. Осторожнее. Ну а прежде чем мы начнем разговор о фильмах-конкурсантах, мы хотели бы с этой сцены абсолютно искренне, от души, я бы сказал, просто личностно, и от себя лично, вот я тоже буду это делать, поблагодарить всех тех, кто принимал, принимает участие в становлении и развитии нашего фестиваля. Итак, организатор, инициатор кинофестиваля, партнерство «Содействие сохранению и развитию этнографической культуры Сибири» Забайкальское землячество. Ведущий спонсор кинофестиваля — аэрокосмическая компания «Даули Аэроспейс». Ведущий спонсор кинофестиваля — сеть супермаркетов «Дочки, сыночки». Официальный спонсор кинофестиваля — сеть супермаркетов «Забайкальский привоз». Официальный перевозчик кинофестиваля — S7 Airlines. Генеральный телевизионный партнер — телекомпания «Альтес». Специальный информационный партнер — информационное агентство «ЗАГМедиа». Городской портал «Чита.ру» и «Радио Сибирь». Дворец молодежи «Мегаполис». Компания «Мегафон», которая обеспечила нам свободное, товарищи, общение. Вместе мы можем больше! Отдельное спасибо нашим информационным спонсорам!